Доброе утро, мои дорогие. Я только встала, еще в рубашечке. Рубашечка еще детская. Покупала в детском мире. Этой рубашечке 40 лет. Вот я только достала новенькую. И давай бегом к салатику. Мне так понравился салатик, что я бегом к салатику. Сейчас мы с вами его приготовим. Я салат уже покрошила. Покрошила салат. Отварила одну картошину. Мне понравилось с картошечкой. Отварила одно яйцо отварное. Одно яйцо. Сейчас я его вилкой раздавлю. Где моя вилочка? Сейчас я его просто раздавлю вилочкой. Сейчас я вам покажу. Просто давим вилочкой его. Вот я вам показываю его просто. Видно? Видите, я раздавливаю вилочкой его. Просто раздавливаю в тарелке вилочкой. Вот так я его вилочкой перемяла. Яйцо. Хорошенечко. Вот так. Перемешала с салатиком. Просто раздавила яйцо вилкой и хорошо перемешала. Ой, вылетает с тарелки салат. Вылетает. Один пучок салата я взяла. Знаете, мне так понравилось. Такой легкий он. И сытный. Вот я вчера съела вот эту тарелочку салата за день. Ну, это же прекрасно. Ничего больше я не ела. А нет, вру, две конфетки еще. И серый хлебушек со сметаной. И чай пила я. Так. Вот мы перемешали. Перемешали. Сейчас я выложу свое тушеное мяско. Перчики я потушила. Вот. Сейчас я их пока переложу в тарелочку. Потом положу сверху. Вот мяско я стушила. Фарш обжарила. Видно вам? Обжарила фарш предварительно. Сейчас я сюда все высыпаю. Вот так. Смешиваем. Зелень. Обжаренный фаршик. С лучком я обжарила. И здесь же стушила перчик. Очень мне понравился этот салатик. Просто бомба. Не знаю, как называется. Давайте конкурс устроим. Как назовем этот салат? Конкурс на название салата. Так, перемешиваем с мяском. Мяско у меня горяченькое, не кипяток. Я его выключила минут 5 назад. Все перемешиваем. Перемешиваем. Сейчас сюда картошечку сделаем. Картошечка мне понравилась, только одна, не нужно много. Я вам советую, очень полезный, очень экологически чистый говядина. Кусочек помидорчика я сюда, одну луковичку. И все это стушила. Яйцо отварное я размельчила вилкой. И вот перемешала с салатом. Одна отварная картошечка. Одна отварная картошечка. И заправим мы его сметанкой.
Никакого нам не нужно майонеза. Сейчас я почищу, очищу картошечку. Очень мне понравился, вкусно. Соли я не сыплю. Соль сыпала, когда тушила мясо. Когда я фарш обжаривала, я немножко и водички лила, притушивала. Ах, горячее. Ой, горячее, горячее. Надо было дать остыть ей. Ой, очень горячая. Ой, зачем я взяла такую горячую, а? Куда я спешила? Горячая, горячая, девочки. Невыносимо, а? Горячая, вот видите, я ее разломаю. Вилочкой тоже разломаю. Можно это ножом. Я вчера ножом крошила. Сегодня так произвольно вилочкой разломаю. Сюда, кстати, можно, у кого есть, и моцарелла. И будет очень даже неплохо. Ну, моцареллу я уже съела. Так. Вот я ее вилочкой размельчила. Размельчила вилочкой. И все перемешиваем. 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 Сверху мы положим тушеный перчик. И будет очень вкусный салат. Мне так понравился вчера. Слушайте, вот тебе. Так рождаются блюда. Из того, что дома было. Так, сметанку теперь заправляем сметанкой. И сверху положим перчик. Вчера я перетащила диван с кроватью. На кровати спала, на матрасе. Так хорошо, то этот диван перекладины в бока давят. Надоел диван. Буду спать на кровати. Вам покажу все. Все покажу. Так, сметанка. Вот она, сметанка. Ну так, хорошо, не жалею я, не знаю. Ложки 4 сметаны. Ложки 4 сметанки. Вот и все. Салат готов к употреблению. А вы знаете что, кстати, за вот это вот вино сухое, белое, я смотрела эту Анну Куркулину, и она говорит, что сухое белое вино помогает пищеварению, обмену веществ. Между прочим, правда. Ну, только, конечно же, не бутылку, а 100 грамм выпить, если в день. Вот я с вами 100 грамм выпиваю, я его никогда не пила. А сейчас вспомнила ее и думаю, действительно, поешь такой живот, уже оно в возрасте не так все переваривается. Нужны кисломолочные продукты, сметанка. Вот кисломолочный продукт. Вот кисло, вино белое, оно ж кислое. И оно очень помогает пищеварению, особенно мясным вещам. С хлебом не надо хлеба. И, между прочим, правда, мне очень понравилось, вот 100 грамм больше не нужно, чтобы все это переварить. И сегодня мы с вами нальем 100 грамм вина сухого белого. Не зря же оно столовое. Сухое, столовое. Так, перемешала я. Уже у меня веселее. Смотрите. Видите, как красиво. Уже у меня
получился салатик. Сейчас сверху порежу сюда перчик. И все. Слушайте, буду есть такое каждый день. И не надоест. Очень вкусно, полезно. Так, перчик. Перчик. Режем перчик сюда. Такими квадратиками. Порежем. Квадратиками перчик. Раз. Привыкла резать от руки. Три досточки, деревянные, там из любого дерева. И все от руки делаю. Вот так. Очень классно. И еще один перчик. Разрежем. Нет, это один перец, просто он большой. Одна перчинка. Как-то брала в АТБ по 35, а сейчас 25, смотрю, в лотках. Не в магазине, а в лотках 25. Ну, это существенно на десятку меньше. Так, вот мы сделали. Вот, и перчик выложили сверху. Руки моем. Вытираем. Да, борщик? Борщик. Борщик тоже смотрит на салат. Вот так сегодня мы прям с постели, я бегом к этому салату. Так он мне понравился. Так, это сделала. Что я еще хотела? Налить венца. Все, в холодильнике больше ничего нет. Налью венца. Хватит 50 грамм. 50 грамм нам хватит. Нам еще тут его пить, не допить. Для пищеварения это очень полезненько. Вот так. Что я вам хотела? Я хотела вам показать эту перестановку. Что я там натворила? Смотрите, сегодня в рубашке. Так я бежала за этим салатом. Думаю, встану, быстрее сварю. Все сделаю. За вас, мои дорогие, и за мое пищеварение. А. Да, вкусненько. Компотик пью с вишен. Вкусно. Вот. И как у меня рубашечка с детства завалялась, холодно. Она байковая, знаете, какая классная. Абсолютно новенькая. Я уже умылась. Божественный салат. Как мы его назовем, а? Перчик янтарный. Приглашали меня там в парке девчонки поиграть в теннис. Я сказала, буду-буду, и завелась дома с этой перестановкой, и не пошла. Ну, надо уже закончить, а потом
гулять. Очень хорошо. Очень вкусненький салат. Я его ем не как салат, я его ем как полноценное блюдо. Я ничего не добавляю. Борщуля. Борщик, что ты заскучал? Вкусно. Смотрите. Вот такое. С мясом. Видите, очень сытный, хороший, легкий, полезный. Куркулину я смотрю. Там старые года. 6 лет назад. Очень тоже хороший рецепт она с девочками дает. Со сметаной прекрасно. Майонеза я не ем. Нет моего колхозного блогера с России, наверное, его полиция все-таки наказала за пьянку. Борщик, не рассыпай зерно. Не хочет то, что я сверху насыпала. Не хочет есть. А достает под низу одни зернышки. Хоть вкусно. Молочу. Очень вкусненько. Давайте допьем. Кисленькое такое. Вот такая страсть у меня к салатику сделала, и мне так понравился. Не знаю, зеленый лук, может, кто-то еще любит. Я не очень. Хотя он полезный. Вкусно. Смотрела свою скандальную блогершу. Тоже ей нечем заниматься. Ходит по квартире туда-сюда.
Вкуснятина. Невозможно оторваться. Нужно все-таки достать ракетки, да пойди в парк, поиграть в теннис и снять вам, показать, какая я спортивная. А я, кстати, в детстве ходила на теннис. Как бы я салатик всю миску не приговорила. Это у нас тут во дворе продает мужик зелень свою. У него вообще есть реализатор. Ну, раз в неделю торгует он сам. И вот когда он сам, я всегда покупаю, потому что реализатор шадурит. Начинает ее разматывать, перематывать там на три листочка. А когда я увижу, что он продает, то покупаю. Лина, бросай. Сейчас тарелка закончится. Такой вкусный. Пойдемте посмотрим, что я вам представляла. Еще не до конца сложила. Вчера возилась до вечера. Надоела, бросила. А, борщик, идем. Пойдем покажем нашим друзьям, что мы там понапереставляли. О чем мы переставляли? Идем, борщик. Ношу его за собой. Потому что ему скучно. Так я его телепаю за собой. Туда-сюда. Так, борщик, стой. Опа. Здесь тоже повесила эту сетку. Не видно. Солнечная сторона у меня ни хрена не видно. Вон, сетку повесила. Так, идем мы с борщиком. Ну, борщик, где ты? Где ты? Вот он. Вот идем мы. Мы переставляли. Сюда поставила кровать. А сюда поставила диван. Вот, чтобы с вами сидеть тут и беседовать. Так, борщика поставила на подоконник на место. Где я себя тут не вижу? Вот. Вот. Не видно на солнце ничего. Вот так отойду. Вон там борщик, сейчас я вам покажу. Ой, господи, солнце со всех сторон, я не могу показать. Где же борщик? Вон только полоса розовая от борщика. Ага, вот так. Вон борщика поставила. Балкон. Ну, солнце ужас. Хочется с утра снять. А оно не этот. Смотрите. Сейчас покажу вам. Вот, перетащила сюда диван. И вон там борщик. Вон там розочка. Угу. Вот так. Чтобы сесть на диванчик. И с вами беседовать. Ой, как классно. Проснулась, сегодня не сняла рубашку. Ну, тепло, баечка советская, тепло. Хорошо. Хотела телевизор развернуть, не проходит размер машинки между стенкой и диваном. Иначе диван получается прямо в двери. В двери не, потом не зайдешь в комнату, не закроешь дверь. Вот так. Вот такое я сегодня... Нужно доделать. Все это нужно доделать. Еще потрусить покрывальце, положить на диван. Покрывало. Я не знаю, может сюда картину какую повесить. Тут картина этот. Кондиционер. Повесила для отопительного сезона специально
градусник. Думаю, если будет 10 градусов, буду их бомбить. Платить не буду за отопление. У меня здесь ковер висел, вот гвоздики. Гвоздики, ковер висел. Ну, картина эта низковата. У меня там наверху есть этот. Ага, вот смотрите, какие картины. Мне они так нравятся. Я собирала с пазлов, я вам уже говорила. Вот. Видите, какие картины. Мне они нравятся, британские. Такой рыночек. Я собрала, мне так нравится. И вторая, просто улица британская. Во. Видите, классно. Может, их над диваном повесить. Видите, если не этот самый, не пройдет диван. Если отодвинуть, чтобы развернуть телевизор, не зайдешь потом в комнату и не закроешь дверь. В общем, все четко тут. Метр на метр, все четко. Диваны не иначе. Вот так. Ну, уже можем с вами беседовать. Поставить здесь стол впереди, притащить с кухни. Новый год. Можно плясать посередине. Что-то придумаем. У меня где-то есть это, как она называется, гирлянда. Повесим на дверь. На дверь повесим, будет елка. Ну, там кровать у меня за дверью. За дверью там кровать. В общем, вот такое дело. Вот так я занялась, так я полюбила вас. Нужно что-то делать. Все, теперь можно наряжаться, садиться на диван. Платье, кофты. И быть красивой. Все, спасибо вам. Пока-пока. Лайчок, подписочка.